Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП, которое произошло на 14-м километре автодороги Нижний Новгород-Иваново в Шуйском районе. Около 8 часов утра столкнулись легковой автомобиль «Черри» и служебная пассажирская «Газель». Водитель иномарки погиб на месте. Пострадавший на скорой помощи доставлен в Шуйскую центральную районную больницу. Причину будет установлено следствие в рамках либо органа дознания. Предварительно мужчина, управляющий автомобилем «Черри», выехал на полосу встречного движения. Со слов водителя «Газель», да, вот он выехал, и по столкновению видно, что он выехал на полосу встречного движения. По какой причине? Трудно сказать.